Перевод Дмитрий Зверев, озвучка Айтерипат. Никогда не спасешь мир. Ты не сможешь противостоять жалу смерти дикой осы. Ты падешь предо мной, как виноградная лоза. Дай-ка я гляну на твои куклы. Это не куклы. У меня нет мест. Советую вам поискать ночлег в мотелях «Мираж» дальше по пути. Но вывеска показывает, что у вас свободно. Ее замкнуло. Оставь меня в покое. Но ты же не скажешь мамочке. Почему же тогда не занята парковка перед комнатой 13? Послушайте, я не... Оу, вы с детьми. Хватит трогать мои игрушки. Это проблема? Дай мне. Послушайте, комната свободна или нет? Отдай. А на вывеску? Не обращайте внимания. Я сказал, дай мне посмотреть. Нет, мама сказала тебе не давать. Господи боже. Извините, мне самой это не нравится. Почему бы тебе не взять с собой брата и не сходить за газировкой? Давай, дуй. Эй! Вот дерьмо. Она застряла там. Давай. Я ничего там не чувствую. Знаешь, возможно, это наша последняя ночь вместе. Что ты имеешь в виду? Ты умеешь хранить секреты? Мама похитила нас. Возможно, полиция уже знает об этом. Ее посадят в тюрьму. Навсегда. Ты врешь. Нет, они нас разлучат. Меня отправят жить с папой, а тебя поместят в другую семью. Маме ничего не говори. Ты и так как в тюрьме. Уговор? Уговор. Хочешь? Я не заметил, что вы приехали не налегке. Да, и с детьми. Знаете, этот номер доставляет мне намного больше хлопот, чем что-либо еще. Слушайте, просто сделайте исключение с этой комнаты на одну ночь. Но там плохая вода, и трубы лопнули. Замки работают? А, да. Ну и отлично. Мам, можно я посмотрю телевизор? Такое ощущение, что здесь был труп. Вы оба, марш спать. Быстро. А что такое труп? Это отвратительное мертвое тело. А еще с него кожа слезает. Здесь кто-то умер? Оставь при себе свои глупые комментарии. Какого черта? Это не номер, а дыра. По крайней мере, здесь можно спать. Я буду спать, но дома.
Флинт, сколько раз я говорила тебе, что... Черт. Ну, мам, я же смотрел это. А это еще что? Ты так обращаешься с игрушками, которые я тебе покупаю? Ну, прости, теперь она моя. Она же без рук, верни. Верни свою задницу в кровать. Завязывал бы ты с этим дерьмом. Докуривать за кем-то еще хуже. Ты ничего не забыл? Ты пожалеешь, когда папа нас найдет. Билли! Эй! Открой дверь! Нет, я здесь! Я сказал, открой дверь! Не открою! Почему ты прячешься? Я был в туалете. Ну так покажи унитаз. Я уже смыл. Покажи мне свои руки. Ты их не мыл. Мама сказала, что вода плохая. Это не причина не мыть руки. Слышал меня? Ну так мой их. Мисс, с вами все в порядке? Элис. Элис. Я Эндрю. Я в порядке. Просто вам нужно немного отдохнуть. Эти дети загонят меня в могилу раньше времени. Вам повезло, если у вас их никогда не было. Пожалуйста, не говорите так. Я тебе сказал, мой руки. Быстро. Или ты попробуешь у меня эту воду. Мам! Мама тебя здесь не услышит. Мам! Заткнись! 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 Пожалуйста, не трогай меня. Прекрати. Отойди от меня. Вы что, даже 5 секунд не можете посидеть спокойно? Флинт, выходи оттуда. Флинт, выходи оттуда. Что с тобой случилось? Флинт. Открой дверь, иначе я сама ее открою. Открой дверь. О боже. Не трогай ее. Флинт, Флинт, прекрати. Не трогай ее, пожалуйста. Иди ко мне. Что это было? Что происходит? Он заставил меня. Заставил что? Он заставил меня пить воду из-под крана. Почему он это сделал? Скажи мне, что ты натворил? Я хотел, чтобы он перестал меня обижать. Все будет хорошо. У нас все получится. Роуз, просто поверь мне.
Скажи ему, чтобы прекратил, пожалуйста. Это хорошо, подумай. Ты мне веришь? Пожалуйста, Роуз. Пожалуйста, я сделаю это. Мы можем тайно пожениться. Об этом никому не нужно знать. Уже скоро я буду на последних месяцах беременности. Это в порядке вещей. Роуз. Не лишай меня этого. Не надо. Пожалуйста. Я люблю тебя. Все будет хорошо. В тебе ребенок, он может... Доверься мне. Может быть, в следующий раз мы не вспомним, что когда-то он был нам нужен. Не говори так. Роуз? Роуз? Роуз! Мам? Скажи мне правду. Ты хотел, чтобы это случилось с твоим братом? Отвечай. Да. Билли. Билли? Флинт? Билли? Открой дверь, Элис, я знаю, что ты там. Ну давай, детка, я просто хочу с тобой поговорить. Элис. Элис, ты хочешь там остаться? Открой дверь. Открывай эту чертову дверь, иначе я ее вынесу. Твою мать, Рик? Ты хочешь, чтобы кто-то вызвал копов? Ну и где мальчики? Ты что, пьян? Говори, где они? Они — это все, что тебе нужно? Твои любимые маленькие мальчики.
Ты опять хочешь спихнуть их своей сестре, чтобы потом шляться где попало? Нет, я... Что? Эти сукины дети все еще здесь? Нет, Рик. Не делай. Это еще что за херня? Ну давай же, Элис. Все же может обстоять иначе. Все и так обстоит иначе. Это мысль, которая начинает мной управлять. И что это, черт возьми, означает? Я могу быть для тебя всем. Что ты, мать твою, сделала с детьми? Если ты ничего не натворила, поклянись перед Богом. Ты клялся всегда любить меня. Разве ты обо мне не думаешь? Я твоя жена. Да, конечно. В этом нет сомнений. Я люблю тебя так сильно, что ты сводишь меня с ума. Давай возьмем детей и поедем домой. Я хочу видеть моих мальчиков. Пойдем домой, Элис. О боже. Что? Что? Что такое? Закрой глаза. Нет, нет, зачем? Мы возьмем мальчика с собой, я тебе обещаю. Только не бей меня. Ты хочешь меня прямо здесь? Ты... Дорогой, пожалуйста, не думай, что я чудовище. Рик? Рик, с тобой все в порядке? Ты выглядишь по-другому. Билли. Пап. Привет, мой мальчик. Похоже, что игрушки поломались, правда? Давай вместе с тобой их починим. Папа, кто эта женщина? Никто, приятель. Она просто пришла заправить постель. Пойдем отсюда. Рик? Как ты это сделал? Давай я починю. Хорошо, спасибо. Прощай, Роуз.
Don't you think it's about time we all face the truth? One of these days this trouble's gonna catch on up to you. You gotta give the devil what the devils do. One of these days this trouble's gonna catch on up to you. Catch on up to you soon. Why deny your dark desire when it's so hard to do? Your appetite will surely bite off more than you can chew. It don't matter where you came from or where you're going to. One of these days this trouble's gonna catch on up to you. Catch on up to you and me. Nobody here is gonna get off easily. Get what you give, I don't care if you don't believe. You see, and once you swallow your black water, well, that's when you're through. One of these days this trouble's gonna catch on up to you. Gotta give that greasy devil every dime he's due. Today might be the day that trouble catches up to you.